Зачем звала? Игнат. Зачем звала, спрашиваю? Видеть тебя хотела, неужто непонятно? Люблю я тебя, Игнат. Да я и рада бы тебя позабыть, не получается. Уже столько лет прошло, все из головы моей ты не уйдешь. Я и сохла по тебе, и ненавидела тебя. А потом все равно любовь накрывала. Да ну пожалей меня, пожалей. Уедем со мной в город. Уедем со мной. Я ж тебя любить стану, как ни одна другая баба. Ни одна другая баба тебя так любить не будет. Алена. Ну, послушай, теперь чего я тебе скажу? Ты еще девкой малой была, а мой глаз об тебя спотыкался. А как созрела, так и вовсе глядеть на тебя только с желанием своим мужским бороться. Ну, опоздала ты, Алена, на свет родиться. Ты же малявка была, а я уж к Катерине подбивался. А как ты мне сделку с часами предлагала, так я и вовсе всем сердцем Катерину-то любил. Не скрою, нравишься ты мне. Ну, ничего у нас с тобой не будет. Поцелуй меня, как тогда у дома. Поцелуй. Да кончай, Алена. Да то, что у дома-то было, позабудем, а? Кабы не пьян был, да кабы Катерина на сносях не была. Подловила ты меня на моем мужском желании. Подловила, не люблю я тебя. Никогда у нас с тобой ничего не будет. Убирайся отсюда и на глаза мне больше не попадайся. Да пусть она сдохнет, эта твоя Катерина! Да пусть тебя изуродуют так, чтобы глаза мои на тебя никогда не глядели! Ненавижу ее! Ненавижу тебя! Ненавижу! Yeah.
Ваня! Чё? Там... Там много... Что там урал-то? Ну ты очумела. Нет тут никого. Кого ты тут увидала-то? Ну чего молчишь-то? Чего от нас с матерью-то? Посидеть ночи с постели-то сдернула, а? Кричала-то, будто пожар у нас случился. Дочь, чего же это ты? А? На себя не похожа. С лица-то он вся сошла. Макар, глянь, будто с креста-то ее сняли. А ты чё, милая? А? Ты чё? Тут. Степка с Варькой согрешили. Чё? Сделали. Ты это... Ты по-людски-то объяснить можешь? Или нет? Или так и будешь нам с матерью голову морочить? А как бы ты заговорил, как бы такое увидал? Да я чуть от ужаса не подохла, когда их увидала! Да чего увидала, да чего? Степку с Варькой увидала! Брата и сестрицу своих родивых увидала! Вот тут, на ватнике твоем, они лежали и любили друг друга, то что мужик с бабою! Чё несёшь, полоумная? Это я-то полоумная? Я? Это дети ваши меньшие полоумные! Видал бы ты тут, как Варька под Стёпкой стонала! Да как он её тут вдоль да поперёк! Всё, молчи. Я-то, конечно, полоумная. Я у тебя всю жизнь была полоумная, а твоя любимица тут на радостях перед братом ноги разжиперивала. Ты посмотри на ватник! На ватник-то свой посмотри, видишь пятна? Так ты твоя любимица его кровью пометила! Хватит! Хватит! Чухалась, Ася. А то давай мужа пужать. Помрет, кто помрет.
Ох, намаялся я с тобой, Евдокия, за всю свою тяжкую жизнь. Чаю что подлить? Не, полно еще. Девка нашему Лешке. Ладно, достался. Я таких девок и не видал. Принцесса, а не девка. Ты видала, как она кашу ест? А как? Ложкой тюк-тюк. Тюк-тюк. Словно птичка. Ложку в рот сунет. И тут же рот подтирает. И интеллигентная вся такая. Да. Батя у нее офицер был. Да. Я у нас в роду, вот родясь, таких интеллигентных не видал. Вот народят они нам, Евдокия, таких вот интеллигентных правнуков. От них новый род пойдет. А там... Что такое, Евдокия? У нас во дворе, кажись, кто-то. Ты в обморок грохнись. Если какой скрип у нас во дворе услыхашь. Мало ли, что там во дворе. Может быть, ведро упало. Или забор рассохся. Ой, ох, Ян. Да ну тебя, ну. Ой, погоди. Чего? Погоди, погоди, Лукьян. Что такое? Да не ходи. Пойди впрямь забор. Погоди, не ходи. Ой. Бог с ним забором. Не в Токия. Эх, иди твою. Варвара. Я вручаю тебе свое тело и душу, чувства и глаголы мои, советы и помышления мои, дела мои, вся тело и душа моя и движение, вход и исход мой, вера и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, представление мое. Упокоение души и тела моего, Господи! Ты прости меня, Господи! Ты прости меня, грешную! Ты прости меня, неразумную! Господи, я беду наделала! Ты лишь детей защити моих, Господи, мужа защити, ты спаси, сохрани. И помилуй, Господи, а меня ты докажи меня, Господи, за грех мой. Ты самый страшный казнь накажи. И утоила, умолчала от мужа дура, и от всех утоила. Ты прости лишь меня, Господи, ты прости меня, Господи. Мать, как ты могла? Столько лет от нас скрывала. Ведь как отец ее любил.
чем родную дочь любил. Ты ж смелил на что притащила, слышишь? Не надо. Ты ж змею на собственной груди пригрела. Доча, ты не дерзай душу мою, прошу. Она мне из-за того в клочья изорвана. Да от кого она рождена? Да что нутро-то у нее такое гнилое, что она брата моего родного совратила. Позор-то какой. Да я даже в страшном сне представить себе такое не могла. Не надо. Это я вот так бы с Алёшкой, да? Доча! Господи, да что ж за день-то такой? Да лучше б я вчера в город уехала. Ты зачем ее в наш дом притащила? Ты почему скрывала столько лет? Так когда он ее увидал, он ей так обрадовался. Так он ей обрадовался. Да кому ей? Кому? Он дочке родной обрадовался, а не девке бог знает кем деланной! Да кому слезы твои сейчас нужны? Поздно рыдать, утрись! Ты мне змею в наш дом притащила. Ты беду в наш дом принесла. Ты прости. Прости меня. Вы всеми простите. Простите меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Вы всеми прости. Перестань, мама. Прости. Перестань. Ой, крестишь все нас. Прости. Что ты крестишь нас? Себя все крестишь, Богу все своему молишься. Прости. Что такое сотворила? У Бога твоего глаза на лоб повылезали, когда в сарай сегодня к нам заглянул. Иди лучше отца поищи. Больно страшный он убежал. Как бы чего с собой не сотворил. Слышь, мам! Слышь, что говорю? Мам!
маму. Куда малёхонька была, она все в курице с водичкой, ножки свои мыла, мыла их, мыла, а потом в эту водичку травку всякую разную кидала. А как-то мне и говорит, мама, ты, говорит, тот деда Ивана, у ей дед был, Иван Фомич, родитель мой, ты, говорит, от деда Ивана сапоги-то мне дай, я в их в лес пойду. Евдокия, чего ты несешь? Евдокия! И шо у ее веревочка такая была? Она этой веревочкой кост себе обвязывала. Ой. Длинные косы-то такие были. А потом она той веревочкой себя к дереву привязала. Тихо. И сидела там. До ночи сидела. Покуда за ей дед Иван не пришел. Он уж покойный был. А пришел. Это значит, он за ею пришел. Это значит, ее к себе забрать. А она у его сапога. Алеша, уведи бабушку. Все. Давай.
Все. Ой-ой. Да я тебе помогу, чё? Кружку молока мне зато нальёшь. Жрать, что ли, охота? Охота. Ой, на, держи. Без твоей помощи обойдусь. Отец, покупай курочку, ну, смотри какие. Почём курица? 2 рубля всего лишь, отец отдаёт. 2 рубля, ну, 2 рубля. Давай выбирать. Если это не нравится, другую покажу, ну, вот, покажи, отец. Покажи мне беленькую, вот эту.
Смотри, какая она варистая, какая жирная будет. Ну, так да, ну 2 рубля дороговато, мне кажется. Вот может, ты уступишь копеек 10? Хороший, давай 5 уступлю только. 5 копеек. Только 5. Да не знаю, ну, может... Молодец. Ну, хорошо. От сердца отрываюсь. Ладно, все, я понял, хорошо. Берешь? Беру. Все, хорошо. Украли! Кошелек! Только что трубки здесь стоят. Только что в кармане был! Ничего. Да какой? Чего вам надо, гражданин милиционер? Нет милиционер. У меня ничего, гражданин начальник. На, да вон, на, смотри, нет. Вон вокруг меня крутился по полгорода в кепках. Да, вы сегодня да нет у меня ничего. Да, да что ж такое, товарищ милиционер, средь бела дня, да как же так, да зачем вы его отпускаете, товарищ милиционер? Батя тебе кашу наварила, какую ты любишь. Тебе хлеба надо? Уйди. Батя, я бы в город к Орешке уехала. Тебе глаза не мозолить. Да ну как я хозяйство-то оставлю? Тебе ведь и покушать приготовить надо, и постирать надо. Уйди. Деда чаем напоишь? Там батя дома. Ага. Макар. Макар. Здорово. Как там баба Доня? Совсем бабка плохая. Память и разума совсем лишилась. Каждый вечер с Дашкой разговаривает. Платок наденет, разуется, босая подле печки сядет. На печку глядит и говорит, говорит, говорит. Ой, такое несет. У меня от ее бредней кровь в жилах стынет. Вчера с мужиками говорил. Крест хороший на могилу сделает. Это хорошо. Деда, сухари твои любимые. Бать, тебе сахар надо, ты прикус. После 40 дней крест поставим. От Степана вестей нет? Нету. Ты, Варюха, не гнуби. Загнубишь девку. Сотворит беду какую с собой. На мать-то глядячи. Не могу моей! Не смей такое говорить! Мать! Та, которая с пеленок нянчилась! Та,
А ты не отец! А она тебе дочь! А если у тебя какие другие мнения, то не смейте их мне выражать! Марька для меня была внучкой, внучкой и останется! И гнобить я ее никому не позволю! Варвара, собирайся! Со мной пойдешь! Вам Дуню проведешь! Фарту и масть. Что-то тебя не понял, фраер. Ты кто в наших европриглашения выписывал? Мама моя родная, курва огородная. Это кто же? Тот самый лопатник. Где его взял, духарик? Ты на землю его кинул, я поднял. Зашухерили на базаре? Легавый шмонали. С какой такой надобностью ты мне сюда его приволок? Что себе-то не оставил? Ну, нажрусь я до пуза на эти деньги. Костюм себе вот такой куплю. Дальше что? Работа нужна. Воровал когда-нибудь? Так. В детстве бывало. А я жлем поц. Тухлый он, фраерок этот. Варежку захлопни и не гони на меня пустое. С деревни я родной сбежал. Вернуться туда не могу. В городе у меня тут брат с сестрой, но я скорее подохну, чем за помощью к ним обращусь. С какой деревни? Со старой шайтанки я. А я из Фрянова. С Фрянова? Так мы соседи с тобой. Садись, корешок, садись. А я же Лен Поц. А я же Лен Поц, разменяешь меня на базаре за 7 копеек. Давай, кишку набей, а уж опосля мы с тобой в делах базарить будем. Хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул.
его набыл, он всегда спасал Ивана. А Иван на торжевне женился. Такие вкусно замечательные. Здравствуйте. Я до последнего надеялась, что ты придешь. Прости, буду две в неплановых операции. А папа уже вернулся с работы? Лиля. Так. Что-то случилось, доктор Морозов? Ты всегда чувствуешь. Да, потому что ты в такие минуты всегда по-особенному произносишь мое имя. Что стряслось? А мне тоже можно спросить, что стряслось? Я же не дед, только могу сбегать, булочек в Бакалейном нам купить. Ты хитрый какой. Булочек в Бакалейном. На, держи. Только давай быстренько. Мы тебя будем дожидаться у углу больницы. Я быстренько! Я очень быстренько! Бельский мне сегодня предложил. Леша. Любишь ты паузу выдержать? Хорошо, я продолжу вместо тебя. Возглавить вместо него больницу. Лиля. Да? А ты откуда знаешь? Леша! Я знала это, когда я увидела тебя в первый раз. Поздравляю тебя, мой любимый доктор Морозов. Подожди, еще рано. Он только предложил, а решение принимать не ему. Они должны так-то посоветоваться. Все решится, Леш. Ты будешь возглавлять больницу. Здравствуй, Сань. Чего ты все стороной меня обходишь? Пойдем завтра погуляем. А в воскресенье у матери и у моей именины, так ты приходи. Здравствуй, Ванька. Здравствуй, Санька. Мать стол большой накроет, гостей с полдеревни соберет. Приходи. Тебе в люди выходить надо. Можно уже тебе немного поразвлечься-то. Время сколько минуло уже? Да не могу я, Сань. Эти рубашки починить надо будет. Да и в сарай я так подобраться хотела. Ну, а погулять? Пойдешь со мной погулять? Я ведь руки сейчас распускать не посмею. Я ведь подожду, покуда ты в себя придешь. Погуляем завтра? Не могу я. Нет, Сань, пусти ты меня. Завтра же нет. Председателя видала. Сказал, в понедельник собрание колхозное будет. Велел, чтобы мы с тобой вместе приходили.
Слышь меня, батя, так сказал вместе. Один пойду. Ты на кой кофту эту нацепила? Мамина кофта. Ты... Но я пострепалась совсем, вот я это достала, да и надела. Не смей брать ее вещи. Батя. Какой я тебе, батя? Какой я нахрен тебе, батя? Был я тебе батей, покуда ты жену мою в могилу не упекла. Варь, погоди. Я вот тут к отцу твоему зайти хотел. Варь, остановись! Варь, выходи за меня замуж. Нет. Варь, я же тебя. Нет, Санечка. Нельзя мне теперь замуж. Чего ж нельзя-то? Варя, чего нельзя? Варя! Какая встреча-то, а? Незнакомый. О, Петрюя, да ты такой Витя, как я, Маня. Прости, мужик. Обознался.
карманы скинуть надо. Калина мусора. Сейчас назад замели. Здесь Калина. Губник, а не жульман. Мама моя родная, курва огородная. Ты скольких обчистил-то? Четверых. Еще одного на улице. Сейчас я посижу по хаму, пойду еще пройдусь. Водку будешь? Ты хромой. Хочу за тебя выпить. Хромой. Ляка. Люда тебе помазала. Мазаник ты теперь, божий. Будет воловать тебя теперь хромой, тетя Люда. Так красиво. Кто такая? А ты сбрендил. Давай, Аркаша Крыля. Директор рынка. Огонь, не баба. Все наши жульманы, которые свой ров на рынке чистят. Эти люди мзду на блюде подносят. На прошлой неделе с Ялты возвернулись. Король и там дом большой отвалил. А рядом с ней профессор сидит, самый крупный в городе Морвихер. Карп. Насыпай. Иннокентий Михайлович, приветствую вас. Здравствуй, Яша, здравствуй. Я уже все приготовил, можете не беспокоиться. Давайте, снимайте пальто, я его здесь аккуратненько повешу. Фотокарточки вашей драгоценной супруги готовы и уже лежат в конвертиках. Да, Павел Аркадьевич вас дожидается, все как положено. Да, можете здесь причесаться. Прошу вас. Павел Аркадьевич разглядывает фотокарточки вашей супруги. Чудесные, говорит, фотокарточки. Давно, говорит, таких чудесных не видел. И особенно, говорит, одна из них редкой, говорит, красоты. Улыбочку. Вам, молодцу, улыбочка к лицу. Яша! Сейчас я вас запечатлею, но с вас за это улыбочка. Раз, два, три. Прошу вас. Иннокентий Михайлович. Павел Аркадьевич, дорогой. Заждал устройство. Здравствуйте. Ну, присаживайтесь. Присаживайтесь. Сейчас удивлять тебя буду. Спасибо. Кир
Миша. Главное, не ослепни. XVIII век. Англия. Везено в Россию английским атташе. Продано русскому контр-адмиралу. У него же изъято. Вот. Тот самый, про который я тебе рассказывал. О, Боже. Берешь? Да, да, конечно. Ну, о цене мы с тобой уже договорились. Нет, Кеш, в этот раз чуток дороже будет. У меня люди, пока это добро из Москвы доставляли, очень сильно пострадали. К тому же у меня еще два покупателя на это имеется. Ждут, не дождутся. Паша! Ну что? Ну, Паша! Кеш. Ну, ты меня без ножа режешь! Ну, вот как с тобой договариваться, а? Хорошо, хорошо. Цену я тебе оставлю прежнюю. Только об одной услуге очень попрошу. Окажешь мне услугу, Иннокентий Михайлович? Это смотря какая услуга, Паша. Яшка! Готовь коньяк. Будем сделку обмывать. Чудесно. Видишь, ты поднимался. Ноги ты старый, а? Баб. Там нету его. Будешь ты. Запропастился. Баба. Будь баба, ты не лазь. Баба, Донь, пойдем в дом, а? Пойдем так в дом, баба, Донь, да я прошу. Варик, мне ж сыскать его надо, Варик. Я, почитай, с лета его ищу. Так нету. Ой, куда ж ты запропастился-то? А? Ой. Ой. Пропал. Пропал твой дед, пропал. Ой, где я? Да, и чего он в сельпо ходил? Там его искал. Нету. Дуня, вот. Померзнешь на морозе. Померзнешь. Ступай в дом. Ступай. Ну-ка, цыц, Васька, ты мне не указчик. Вон, давай, Поль, ступай, работай там, землю пошли. То оставишь своих ребятенков голодом помирать. У тебя уже один ребятенок помер, мало с тебя, да? Иди с глаз. Возле печки тепло. Я тебе чаю заварю, Дунь. Похлебаешь чаю, Дуня. Ступай в дом, Дунь. Ступай. А, и тут его нет. Ну, нет. Ну, нет. Где ж он дурится-то? Куда ж? Куда ж? Он же без валенок умер. Баб, дурень, померзнет ты. Давай, баб, померзнет. Лукьян! Лукьян! А ну, подь сюда! А то ведь я тебя более в дом не пущу. Пропадай тогда пропадом. Пойдем. Пойдем, пойдем, баба Дунь, пойдем. Баба Дунь, а пойдем его где-нибудь в доме поглядим, а? А может, он в доме где спрятался, а, баба Дунь, а? Пойдем. В доме? Ага. А и впрямь он там, Варька. Пошугали, Варька. Пойдем, баба Дунь, посмотрим. Вот дурень старый. Ты чё, шо думал, в прятки играть? Ты твою... Дуня... Дуня... О,
Господи, радость моя. Да какая радость? Господи, зачем я тебе это сейчас сказал? Можно подумать, если бы ты мне сказал это в другой раз, я бы обрадовалась и захлебнулась бы от счастья. Ну, послушай, послушай, я не могу сейчас вышвырнуть ее из театра. У меня нет замены. Кто будет играть все ее роли? Паш, ты идиот. Я буду играть вместо нее. Лена, ну как, ну Лена, ну ты не сможешь. Ну, пока не сможешь. Паш, я смогу. А еще я смогу уйти от тебя, если ты этого не сделаешь. Это условие? Да, это условие. Подожди. Останься. Завтра же ее не будет в театре. Ты будешь введена на все ее роли. Вечерний стенд, да? Простите, Кристина. Не говорите. Да, на сегодня 19 часов. А что, гражданин, без очереди лезть, да? Товарищ, вам не стыдно без очереди, да? Нет, посмотри. Женщина, вы мне, что ли? Ну, женщина с детьми в очереди стоит. Да я же целый час стою! А? Я за ним, когда вас еще в помине не было. Вон я в начале очереди спросил, кто на Орлову последний. Ты иди отсюда, шпана. Я что, билет? Из зала тут же уходи. Конца кино не дожидайся. Усёк? Усёк. Это... кино досмотреть жутко хочется. Глядишь, чтобы хотелка не отсохла. Я жду тебя на Первомайке, в Дворой, вечером в вокзал. Не, хама. Говорите глупости. Это не ваш артист, а мой водовоз. Что же вы не допускаете, что водовоз может быть артистом? Может быть, чужой водовоз может быть артистом. Чтобы мой водовоз был артистом, этого я действительно не допускаю. Вот честное, благородное слово, я артист. Вот у Филиппа Ивановича спросите. Он официант, он врать не будет. Вы все артисты без отрыва от производства. Вот, товарищ милиционер. Прекратите это безобразие, выведите их с парохода. Товарищ Бывалов, я тоже артист. Поймите, наконец, товарищ Бывалов, что это мой кружок. Вы получили первое место на конкурсе. Гражданин, пригнитесь, у меня экран загораживаете. Будешь Хайлоту прозевать, места не сдвинусь, понял? Да мы везем в Москву Бетховена, Моцарта, Шуберта, Бахи. Хам. А вы что везете? А вы ведете... Ну и как он выглядел? Ну, я вам объясняю, такой не очень. Так вон! Вон он! Вон он, вон! Стоять! Держите его! Ловите, а! Вот он мой кошелек украл, а! Ну что, попался, барюга? Это ваш кошелек. Это не мой кошелек! Он ко мне пристроился на... Филимонов! Людмила Семеновна. Ты теперь у кинотеатра порядок наводишь, ко мне совсем не заглядываешь. Пусти-ка этого паренька. Свободен.
Ну, как ты свободен? Как ты свободен? Ну, нет у него вашего кошелька. Пройдем. А где мой кошелек? Да в участке разберемся. Уж очень безжалостно с ним. Ах, маман, да какое же терпение его слушать. Какие он только экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, существуют другие законы. Законы света и приличий. Если все носят такие платья, так и я умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Надо ехать в магазин и взять. Нет, маман, он сумасшедший. А мне кажется, он просто оригинальничает. Так, Ольга Антоновна, не так, смотрите. Я скажу, он сумасшедший, да. А вы после этого отпрянете, да? И только после этого реплику скажете. Григорий Николаевич, ну, правильно же говорит? Тамара Ильична, вы сегодня в ударе. Определенно в ударе. Просто блистаете своим талантом. Очень, очень точное попадание в роль, Тамара Ильична. Очень, очень верное прочтение, я бы сказал. Бросьте, Григорий Николаевич, бросьте. Тамара Ильична, вы мне нужны. Павел Аркадьевич, дорогой, я же репетирую. Прерви репетицию, ты мне немедленно нужна. Собственно говоря, об этом можно прямо тут ей сообщить. Тамара, ты уволена. Сойди к Замятину, он тебя рассчитает. Паш, так кто же вместо меня-то? Я. Я буду. Еще вопросы имеются? Мне кажется, это какое-то недоразумение. Я повторяю. Ты уволена. Тамара Ильинична, если у вас совсем не будет никакой работы, то мы, конечно, возьмем вас в этот спектакль. Но только на роль моей мамы. Дрянь. Дешевка деревенская. Пошла отсюда, сука старая. Григорий Николаевич, давайте репетировать. Роль я уже давно выучила. Совсем что-то плохо стало, ты бы ее поглядела, а? Да не то бабы Дуни, Варюх. Катерина Акимова ружает. Ой, снегу за ночь намело, до больницы не доедем. Сама роды принимать буду. Потом, Варька, Катька с ночи разродиться не может. Одурела от боли. Кать! Кать! Уходи, Игнат! Уходи, я тебе говорю, что мужиков здесь не хватало! Натаха, горячей воды! Вчера я тазик уже заготовила! Все как положено заготовила, и простынку чистенькую, и водичку, что младенчика умыть, и рубаху новенькую для роженицы. Шел бы ты, Игнат, подальше из этой комнаты, а? Еще бабский концерт не слушать, а? Как? Первенец уже всегда сердце тревожит. Ай, как вторым легче. Ой, да не трясись ты, а? Ну, она тебе еще столько детишек нарожает. Трястись замучаешься. Катю. Кать! Иди отсюда! Иди, я тебе говорю! Сейчас. Давай. Так, девка.
Девка, соберись. Силы тебе понадобятся. Дышать будешь по моей указке. Мила! Вот и хорошо. Вот так. Вот и умница. Ты посмотри, как она быстренькая, какую доченьку-то нам на волю-то выпустила. Натаха, давай полотенце. Наталья, живо полотенце, говорю. Ты что, оглохла или что? Кто такая? Суслова Тамара. Мне назначено. Я могу документы показать сейчас. Знаю. Проходи по коридору. Здравствуй, Тома. Здравствуйте. Присядь. У меня немного времени. Ну, расскажи, что у тебя произошло. Давайте гуляй. Людмила Семеновна, я к вам за помощью ни разу не обращалась. Вы, когда я на рынке платочками торговала, говорили, обращайся, если что. Так вот, пришел этот день, Людмила Семеновна. Дело в том, что... Целовать буду, как она меня унизила, как она меня растоптала. Успокойся. Дорогая, успокойся. Утри слезы. Спокойно расскажи, что у тебя стряслась. Thank you.
честная, живая, нет? Сюда, я сюда! Сюда! Ой, что случилось-то? Ой, да у вас руки-то все в кровище. Там где ванна, быстрее! За Алексеем Макаровичем бежит! Быстрее, быстрее! Алексей Макарович! Что, давно пырнули-то? Алексей Макарович! Там женщину зарезанную принесли. Батя, мы куры яичек снесли. Я уже не думала, что у нас зимой яйца-то появятся. Я тебе утром сварю покушать. Сядь. Санька тебя посватал. Отдаю тебя за него. На следующей неделе свадьбу сыграете по-тихому, без гульбы. Бай. Будет, как я сказал. Я вам и говорю, доктор наш Алексей Макарович окликнул парня того по имени. А парень, значит, остановился, а потом Алексей Макаровичу говорит, спасай ее, и ушел. Угу. Выходит, что доктор ваш и тот парень, который женщину принес, они знают друг друга, так? Получается, что так. Только об этом Алексей Макарович спрашивать надо. Это понятно. А как имя того парня? Ну, как ваш доктор его называл? Имя-то какое? Что с ней? Ну, что с ней? Гражданин, не кричите, здесь больничное заведение. Вы кем приходитесь, потерпевшим? Да какая разница? Муж я ей, муж! Павел Аркадьевич Бабахин, что с ней? Павел Аркадьевич, вашу жену оперируют? Вот там присядьте и успокойтесь. Так, мне нужен главный врач больницы. Где главный врач? Немедленно! Он сейчас оперирует вашу жену. Успокойся, поостынь. А доктор наш такой, с того света человека вернуть может. Вот. Пока ее оперируют, без толку суетиться. Посидите, посидите. Ну так как имя твоего парня? Имя. Позабыла я имя, гражданин начальник. Ей-богу, не припомню. Может, Семен?
А может, Василий? Витя, проводи гражданок. А я еще с гражданином побеседую. Павел Аркадьевич, как думаете, кто мог быть заинтересован в убийстве вашей жены? В убийстве? Убийстве. Алену хотели убить? А как иначе? Ей нанесли удар ножом. Повредили жизненно важные органы. Конечно, убить. Доктора! Немедленно, доктора! Гражданину плохо! Каналась цыпа. Ну, я пером ее маранул, как и положено. А хромой обшмонать ее решил. Цыпа-то при марафете была. Я на шухере дожидаюсь. И вдруг лежу, как хромой цыпу на руки хватает. Не-не, а какого он ее хватает? Нас с тобой, гляди, мусоразами тут. Я мухой сплетовал оттуда его. А куда хромой, я не знаю. Ну, а он нарисовался твой хромой. Мама моя родная, курка огородная. Явление Христа народа. Слышь, ты клит бы снял и харю помыл. Ты что за выкрутасы? Молись, чтоб жива осталась. Умрет, я тебе перо в горло засажу. Ты что, хромой, так скипишнулся? Ты какого на колено так зерепенился? Ну, давал он ему по бубну. Цыпа-то профура, что ли, твоя? Сестра она моя. Мама моя родная, курва огородная. Он на мирочек отмочили. Ну, то, что на твоя сестра, у нее на лбу зеленка не написано. Сестру твою Людмила велела усмирить. Тихо! Пусть побазарят с Людой. По твоей указке сестру мою сегодня едва не порешили. Гадина ты. Руки оторву, падла! Не трогай его, Евгений. Оставьте нас. Идите и подождите меня в машине. Людмила Семеновна, я не могу оставить вас с этим психопатом. Смотри, какое лицо и руки. Виктор Борисович, я два раза не повторяю. Ты пьян. Твои слова сейчас не имеют никакого значения. Тебя как зовут? Степкой родные звали. Кореша Хромым зовут. Тебе какое более по вкусу? Ни то, ни другое. Я придумаю тебе что-нибудь подходящее, пока останешься Степаном. Ну, что значит артистка? Сестра твоя?
сестра. Я убью тебя. Прошу. Бей меня прямо сейчас. Я убью тебя потом. Прошу. Убьешь меня, когда захочешь. Красивая ты, гадюка. Ослепнуть от тебя можно. Ты мне тоже понравился, когда будешь трезв и чистый. Мы с тобой потанцуем, Степа. Очень хочется мне с тобой потанцевать. Заканчивайте. После в палату и поставьте сразу капельницу. Хорошо, Алексей Макарович. Я подойду к ней чуть позже. Угу. Алексей Макарович, Морозов. Сивцев, Михаил Васильевич, младший следователь уголовного розыска. Чем могу быть полезен? У меня к вам имеется пара вопросиков. Может, присядем? Если у вас пара вопросиков, я готов ответить на них прямо здесь. Да. Простите, Михаил Васильевич, я после операции немного устал. Ну, ничего. Здесь так здесь. Алексей Макарович, к вам сегодня в больницу поступила женщина с ножевым ранением. Она вам знакома? Разумеется, знакома. Это женщина моя сестра. Сестра. А парень? Парень. Ну, который привез вашу сестру. Нет, с парнем я не знаком. Да? А вот санитарка Демьянова сообщила нам, что вы называли его по имени. Санитарка Демьянова может сообщать вам все, что угодно. Я не знаком с этим парнем и не называл его по имени. Извините, я ничем не могу вам помочь. Если у вас ко мне больше нет вопросов, разрешите мне откланяться. Простите, меня ожидают пациенты. И чего они не по-людски-то так? Лукьян Потапович, свадьбу ее всей деревне гулять положено. Дождались бы весны. Ну, так Макар поспешал дочку из дому спровадить. После Дашиной смерти никак мужик не уклемается. И Варвара будто не живая. Девушка гульбу гулять. А что весны не дожидались, так это и хорошо, Григорий Ильич. Небось, Варвара с мужем послаще заживет, нежели с хмурым отцом, бобылем. У нее от него душа только стынет. Макар нонче как на лес взглянет, так лес вянет. Как Евдокия Егоровна? А как? Ума последнего лишилась. Все на печке лежит.
Знаю, и все беседы беседуют. Лежит оно и ладно. Боже упаси, с печки подымется. Ересь какая умалишенную башку ударит. Такое свето представление начнется. Хоть святых штабелями из избы выноси. Помощь вам какая требуется? А какая помощь, Григорий Ильич? Нам нонче одна помощь. Одна у нас нонче помощница. Баба белая с косой. Смерть нам нонче помощница. Вот ее помощи. Топеречи дожидаемся. Лукьян Потапыч, ты это прикройте его смерти. Рану тебе. Идти-то, Григорий Ильич, это мне-то рано. Она дура молодых не жалеет. От смерти под камнем не укроешься. То ли придет и на печи найдет. О, погляди на Игнат. Игнат! Игнат! Ты куды, дитё? В мороз поволок. Григорий Ильич, мне дочку в город нужно. Заболела моя кроха. Ну так вот везем, конечно. Лукьян Потапыч, я позже зайду, молодых поздравлю. Игната в город отправил и сразу к вам. Жениться надо, Игнат. Тому дитю мамка требуется. И дело это мужику, точно бабе, с дитем нянькаться. Все будет хорошо. Тихо, 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 моя родная, тихо. Екатерина. Екатерина, где? Какая Екатерина? Какая Екатерина? Девочка моя. Ну скажи, ну скажи. Тут Екатерина, тут. Тут. Екатерина, прости меня. Прости меня, Игнат. Все, все, простил. Игнат, Игнат тебя простил. Простил тебя, Игнат, простил. Екатерина тебя простил. Я тут, я тут, я тут. Я никогда тебя не оставлю, слышишь? Никогда. Я всегда, всегда буду рядом. Девочка. Все, все. Я умру. Нет, нет, нет. Павел Аркадьевич, вам нужно отдохнуть. Идите в мой кабинет. У нее жар, она бредит. Мы сейчас поставим ей укол. Павел Аркадьевич, вам нужно поспать. И три ночи без сна. Алеша, Алеша, я ведь люблю ее, Алеша. Слышите? Слышите, я люблю ее, Алексей. Я ведь хочу жениться на ней. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Мне нужно оформить развод. У меня жена в Тамбове. Я ей никогда про это не говорил. Я ведь отказывался. Отказывался. Я не хотел. Я только сейчас понял, как я ее люблю. Никого на свете я не любил так, как ее. Алексей, я должен на ней жениться. Мне надо успеть. Она может умереть. Она не умрет. Павел Аркадьевич, возьмите себя в руки. Идите в мой кабинет и обязательно поспите. Нет, нет. Возьмите себя в руки. Нет. Ей сейчас необходима ваша вера и ваша сила. Да. Все. Пойдемте.
небо, хоро чьяру, чья теко, чьва ехой, около дизя студю. Вела коней поедете, ой, там варвара воду черпела, там варвара воду черпела. Ты чего, Матрёна, грусть, тоску нагоняешь? И так не свадьба, а поминки. Я вот что скажу вам, молодые. Бок о бок жизнь прожить, не лапти сплесть. Вы дружка за дружкой со вниманием ходите. Я тебе, Санька, Варьку от самого корня души своей отрываю. Да. Потому как Варвара любимица моя. И тебе напутствую. Любите ее. Да. Вот. Вот. И это ведь. Ну так... Чё? Чё? Так чё? Горько, что ли? Горько! 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 Пойду я. Погуляли довольно. Да чего ты, Макар? Да что впрямь у нас за свадьба ты такая? Дарья, небось, с небес-то глядит на Варьку, слезами умывается. Ну, давайте хоть для Дарьи мы повеселимся, да. Да. Песню сыграем, спляшем. Нет, Матрёна, поженили детей, посидели по-тихому. Пора нам всем честь знать. Не, Макар, я... Пущай, молодые, сами уже. Мы... Макар, не прям, Макар. Не желаем расчиниться, никуда бежишь. Ну, давай, дочь, дочь одну и замуж отдаешь, я не соседскую племянницу. Ну. Фро, Потап, заиграйте, пусть молодые нам спляшут. Давай, спляшут, конечно. Давай. Правильно, Thank you.
С ума сошел? Откуда у меня голос? А что ж я, что ли, за вас на всех петь буду? Товарищи! Приехала Шура! Нарисениться прийти не может. Привезла ребенка. Швейцариха говорит, иди на репетицию, а Шура говорит, не могу. Ребенок. Швейцариха спрашивает, чей ребенок, а Шура говорит, твой ребенок. Ребята, как интересно, пойдемте. Чей сын, откуда сын? На интересно, чей это сын? Это мы смотрим сын. Тебя наша Шура. Кто? Сестра, что ли? Мама. Мама. Какая там мама? Мама. Че, сучара? Где деньги? Да пошел ты! Карманом сунай его. Да нет у него никакого. Тебе кого? Людмилу. Кто такой? Тебе какая разница? Не к тебе пришел. Кто такой? Кто такой? Хрен с косой. Степан Морозов, уяснила? Заходи! Ожидает. Мы вроде как и не расставались, все так же пьяный, с пачком крови и не мыт. Ну что, убить меня пришел? Сегодня уже убил одного. Убил? И мучаешься? Коньяку выпьешь? Лучше водку.
Нет. Лучше коньяк. Садись. Садись, коли пришел. Ну что, ты запутался совсем? А ведь ты не Жиган, не Жульман. Нутро у тебя хорошее. Не место тебе в воровской малине. Тебе подвиги нужно совершать, а не кражи. Ты же герой, а не урка. От любви сбежал. Дурных дел натворил. От себя сбежал с дуру. Воровскую малину нос засунул. Но от себя же не убежишь. Рано или поздно сам себя к ответу призовешь. Ты откуда знаешь? А я все про тебя знаю. И отсюда тебе бежать нужно. Из воровского мира тебе бежать нужно. Только я тебя никуда не отпущу. Я уже вцепилась в тебя. Никаких мокрых дел. Никаких ресторанов, кинотеатров, вокзалов. Будешь у меня на рынке фраерам карманы чистить. Не более. Научу тебя тонко работать. И еще многому тебя научу. И если, конечно, ты меня сейчас не убьешь. Ну что, Гектор, будешь меня убивать? Скорее, ты меня убьешь. Нет. Тебе сначала отмыть нужно. Потом посмотрим. Кто? С кем? Что ты зенки свои на меня полуплял? Чего? Кто тебя попортил, курва? Отвечай! С кем ты меня снёшь? Шалава! Я же тебя ни с одним парнем, ни с одним мужиком никогда не видал! Ты же... Ох, курва, курва! Тихий омут чертями полон! Говори, с кем? Кто тебя испоганил? Я же тебя любил. Я же тебя до свадьбы берег. Сучья ты душа. Кто? Кто? Отвечай, сука! Кто? Кто? Отвечай! С кем слилась? Меня это в голове не укладывается, Павел Аркадьевич. Может, ты спешишь с выводами? Что значит спешу, Яша? Говорю тебе, это ее рук дело. Сумасшедшая, доведенная до отчаяния, брошенная баба. Ну и что ты собираешься с ней делать? Не знаю. Уж точно не ножом резать. У меня с ней разговор короткий. Жди здесь, потом к скупщику поедем. Суслова? Ах, ну да. Тамара Ильинична, съехала она. Вот как. А когда, куда, не знаете? А в начале недели съехала. С военным она была. Такой
Мужчина красивый, молодой, высокий, волосы блестящие. Сказала, выходит замуж. С мужем на Дальний Восток уезжает. Счастливая была, смеялась звонко, а он все руки ей целовал. Сука. Чего-чего? Всю ночь бедняга мучилась. От чего она умерла? Нина, не смотри туда. Думаю, в середине следующей недели вернешься домой. Леша. Ты один у нас в семье такой. Ты прекрасный человек. У тебя ангел за плечами крыльями машет. Ты даже профессию себе выбрал людей спасать. Не то, что я, одни кривляния на сцене. Людей не только лечить нужно, но и развлекать. Спасибо тебе. Ты жизнь мне спас. Что-то гадкое из меня ты вытащил во время операции. Только не знаю, надолго ли это. Я ж быстро всякой гадостью зарастаю. Не говори так. Поспи, пожалуйста. Тебе сон сейчас необходим. Я вечером к тебе зайду. Что ты уже здесь давно сидишь. Если ты простудишься и, не дай бог, что-нибудь застудишь себе, я категорически откажусь тебя лечить. Доктор Морозов, я сижу здесь только полчаса. Ну, если бы ты сейчас не посмотрел в окно, то я бы, наверное, сидела здесь не знаю как долго. Алёша, я знаю, что у тебя сейчас напряженные дни, я просто не имею права тебя отвлекать от работы, поэтому я решила, что я буду сидеть здесь, а если у тебя появится свободная минуточка, то ты выглянешь в окошко, увидишь меня и подойдешь. Ай, Лилия Михайловна, ничего более абсурдного ты придумать не могла. Пойдем пройдемся. У меня есть пару минут. Просто ты приходишь с работы уставший, и я боюсь потревожить тебя разговорами. А утром ты весь в мыслях о своей больнице. Тимка к нам вторую неделю не приходит. Тимка. Действительно, его давно у нас не было. Я совсем закрутился, не заметил. С ним что-то случилось? Его тетя умерла. Он в приюте. Как в приюте? Откуда ты все это знаешь? Я ходила к ним, искала его. Леша.
давай заберем его к себе. А? Лиля. Я хочу, чтобы у нас были свои дети. Ну, у нас пока нет своих. А когда они появятся, у них уже будет старший брат. Нет. Прости меня. Я очень люблю Тимку. Очень люблю. Я не готов принять такое решение. Варька! А? Воды мне неси! Сейчас, Сань, погоди немножко, я корову сдою. Рожнее, лемуш. Ремня мужниного давно не видала. Да уже давно, на прошлой неделе едва до смерти не забил. А как с тобой иначе-то? Мало того, что порченное мне досталось, так еще и пустоцветом оказалось. Не говори, так рано такое говорить. Чего рано-то? Любая другая баба уже обрюхатилась бы. Ты все пустая от меня. Воды неси. Завтра в город поедешь, мясо на базаре продавать. Заночуешь у Алёшки, как все продашь, сразу домой. Я к вечеру еще одну свинью закалю. Надо будет все мясо завешать. Мясо почем продавать? Сейчас схожу к матери, разузнаю, почем нынче мясо в городе. Иди у меня там, в городе мужики всякие разные. Знаешь, там кому себя лапать, не недаром кулака тебе пришибу. Да какие мне мужики там? Что ты такое говоришь-то? В дом иди, на стол накрывай. Проголодался я. И платок другой надень. Этот я тебе изморал. Такие бессмысленные. Я сказал, мне пешком больше нравится. Я не постоял. Постоял. Да я понимаю, ты мужчина. Не желаю, чтобы тебя женщина возила. Достоинство твое не позволяет тебе так низко опуститься. Сделай вид, что ты права. Я всегда права, Гектор. Прими это как данность, даже делать виду не надо. Чего ты меня так называешь? Гектор. Похож на него. Кто такой? Знакомый твой Жиган? Да нет, герой. Храбрый был очень. Замочили? Замочили. В Древней Греции во время Троянской войны. Подходите, покупаем швейные машины. Thank you.
Пойдет? Свежие. Свежие. За 2 кило будет ровно. Что-то не свежее оно пахнет. Да ну бог с вами, куда же оно не свежее? Да оно вон вчера хрюкало и мордой в корыто тыкалось. Может, вам рульку надо или окна? Рульку покажите. Вам побольше, поменьше. Эй, вы чего? Окорок-то мой где? Ау! Здравствуй, Варя. Мясом торгуешь? Надежда. Надежда! Мясо ее продавай. Че не продашь, Генке отдашь. Деньги и можем. Пойдем со мной. Маркиз. Павел Аркадьевич, это тот самый сапфир. Я тебе жизнью своей клянусь. Я уж. Даже страшно. Ты представляешь, чего все это стоит? Накиньте душу за эту красоту отдаст. Я же его раздену и разую. Знаешь что, Паш, ты можешь продать вот только этот камень. А бриллианты соберет антиквар. Упаси Господь, у меня рука не поднимется такую красоту калечить. Это же не только камни, тут само изделие, произведение искусств. Тебе ли, Яш, как художнику это не видеть? Вижу, Паша, как художник, как специалист. Я тебе это советую в целях безопасности. Нет вещицы, нет проблем. Понимаешь, следы найти сложнее. Паша? В чем дело? Я предупреждал тебя 1000 раз, если дверь в мой рабочий кабинет закрыта, ни при каких обстоятельствах не смей открывать ее! Паша! Мы уже 8 лет живем вместе. 3 месяца, как я стала твоей женой. Зачем ты скрываешь от меня то, что я давно уже знаю? Не надо делать секрет Полишинели из своих темных дел. Весь дом напичкан старинными украшениями. Я знаю все твои тайники. Я даже знаю, чего стоят эти украшения. У меня есть глаза и уши. А еще, Паша, у меня есть мозги. Никогда не задумывался об этом? Не проще из меня сделать свою союзницу и советчицу? Детка моя, ты стала взрослой женщиной. Я старый дурак и не заметил. Повзрослела, это ласка моя. Повзрослела. Mm-hmm.
вместе с ней. Бабке с дедом почаще ходи. Она тебя хоть узнает? Дед не узнает, Васька называет. Как жизнь семейная? Детишки есть? Закрыто! А что закрыто? Где закрыто? Миша, убери их. Так я всегда... А когда откроете? Ну так что там? Как муж, как дети? Ты зачем про это спрашиваешь? Одна ты мне спрашивала. Может, у меня там целый выводок племяшей народился. А нет никакого выводка. И не племяшей ни тебе. Не брат с сестрой с тобой. Перед смертью Аленке сказал. Тебя ведь когда деревом пришибло, когда ты без сознания лежал, и маленькая была, утопиться пойти хотела, думал, ты помер. Бусти, что ты для меня украл, до сих пор берегу. Самая моя дорогая память.
Что же мы с тобой творим-то, Степа? Пропащие мы с тобой. Мы пропащие. Репа, встань на корячку и будешь собачьи лаять. Давай! Давай, давай! Тима, ну-ка вставай. Отдайте. Не смешно. Репа, ты куда? Я сейчас. Репа, пусть он-то твои леденцов там купит. Не то заставим с голой жопой подбор сигать. Слышь, Репа, без леденцов не возвращайся. Ты зачем это сделал? Кто в карты проиграет, тот волю кабана выполняет. Габан главный, все его слушаются. Но это нехорошо. Тим, это нехорошо играть в карты, это нехорошо выполнять глупые команды. Я знаю. Просто если я не буду этого делать, тогда меня побьют. Тетя Лиля, хочешь расскажи мне про Робинзона Крузо? Тим... Не плачь. Я никогда не стану плохим. Обещаю тебе. Ну, конечно, ты не станешь. Конечно, не станешь. Так, мы сейчас с тобой пойдем в кино, да? Потом мы будем гулять, а потом мы пойдем в магазин, и я куплю тебе все, что ты захочешь. Да? И леденцы купим этим хулиганам. И потом я буду рассказывать тебе про Робинзона Крузо, хорошо? А потом... Тетя Лиля, я знаю, ты очень хочешь меня добрать. Тетя Матрен! Тетя Матрен, Саня не у вас? Так нет, его тут-то. А ты что такая заполошная? Председатель приходил. Говорил, Саня сегодня в поле не было. Спрашивает, где он, а я не знаю, что ему отвечать. Ну так, может, по делам куда поехал? Чего раньше времени тревогу-то бить? Нет, я так. Ладно, пойду я домой, тетя Матрёна. Иди с Богом, кольчо, так прибегай. Спасибо, тетя Матрёна. Боже, лишь ты так налагался.
Господи, да кто ж ты так тебя, а? Саня. Вы доктор Морозов, так ведь? Так. Не верите? Эти вон первые перебежали, а он за ними и прямиком под колеса. Беспризорники. Третий случай за этот месяц. Закройте его, пожалуйста. С какой скоростью ехать? Лиля, давай заберем Тимку. Ну, наконец-то. Готова слушать долгую историю. А зачем тебе это? Затем, что я люблю тебя, а ты любишь ее. Что-то во мне нашла. Сам себя не понимаешь. Ты еще спишь, как медведь в зимней спячке. Скоро ты проснешься, Гектор. Тебе такая сила и мощь откроется, что на твоей дороге лучше не вставать. Прошу.
За нас? За нас. Я люблю тебя. Возвращайся скорее. Тебя я умоляю, слова любви. Если бы не ты, я бы сейчас парашу почистил тюрьму. Вечер, девушка. Здрасте. Добрый вечер, Володимир. Цыпь какая. Потанцуем? Трогай меня. Ты чего? Ах ты гад! Все! Тихо-тихо! Эй, Фер! Отпусти меня! Не трогай ее! Стой, сиди. Не дергайся. Помолчи. Если ты сейчас встанешь, я уйду из ресторана. Ты обещал никаких драк под ножовщин. Сиди! Гад, а! Милиция! На выход! Ты в порядке? Прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Ой. Ничего, ничего, не страшно. Простите. Бывает. Ничего. Простите. Ничего страшного. Ничего, не ничего переживайте. Страшного. Трофимов, Михаил. Морозов, Степан. Вот, хотели с Ниночкой посидеть спокойно. У нас есть сегодня последний вечер, меня завтра на китайскую границу отправляют. Спасибо вам, Степан. Если вы никуда не спешите, может быть, посидите с нами немножко. Мы вчера с Мишей поженились и даже ни с кем это событие не отпраздновали. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. За знакомство. Простите. Ничего страшного. Все в порядке. Ты одним днем, что ли? Одним. Мужа так спускать не хотел, доехать было некому. В следующий раз со мной приедет. В ходе тебя поджидает. Меня. Пойду я. Здравствуй, Степа. Продала товар? Продала. Жарко. День был душный. Душный. Ты Саню зачем избил? С чего взяла, что я? С того, что он больше пальцем меня не трогает. Thank you.
Дома я возвращаюсь сегодня. В городе ночевать не позволю. Не пущу. Стёп. Какой без тебя? Да ну нету! Пройдёте! Нету! Нету! Кошелька, гражданин! Начальник! Давай, давай! Банали уже! Разберемся! Начальник! С кем базаришь, а? Ну! Я же сказал! Кто? Проходим! Пошли! Сейчас получится! Как война? Да что вы такое говорите?